поликлинике у вас десятки работников. Все они проходят диспансеризацию. Комплекс мероприятий, который включает в себя обследование пациента, направлен на выявление хронических, неинфекционных и онкологических заболеваний на ранних стадиях. Как отмечает заведующий поликлиники Павел Смирнов, важно заниматься профилактикой здоровья, чтобы предостеречь себя от болезней. Диспансеризация включает в себя еще выявление факторов риска этих заболеваний. Это вот очень важно. Вот, потому что именно вот факторы риска приводят иногда к тем заболеваниям, которые легче лечить именно на ранних стадиях. Для работников автозавода поликлиника находится в шаговой доступности. Также учреждение открыто для жителей Засвияжья. Все врачи находятся на одном этаже. Маршрутизация пациента полностью отработана. На диспансеризацию в среднем уходит 2-3 часа. За это время пациент сдает необходимые анализы и проходит обследование у специалистов. Проходит все это дисциплинированно, все аккуратно, все занимает очередь и проходит, в принципе, быстро. Так много времени мы теряем. Ну, максимум 2-3 часа. По плану обследование проводится ежегодно. Диспансеризацию можно пройти в любой поликлинике города, даже если вы к ней не прикреплены. Как отметил Василий Гвоздев, проект диспансеризации работает во всех поликлиниках города. На своем примере он показал, что следит за своим здоровьем и вместе со всеми прошел диспансеризацию. Тема диспансеризации, она для любого человека, любого возраста крайне важна. И это в определенной степени отношение к своему здоровью, это и реальный механизм выявления на ранней стадии различных заболеваний, патологий, что позволяет вовремя приступить к их лечению, ну, в определенной степени избавиться от них. Диспансеризация проводится по нацпроекту здравоохранения. С начала года обследования в первой поликлинике прошли более 700 человек. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.